Друзья мои, пирожку мы с вами сделали. Сейчас организуем по Шурику котлетки. У меня тут новая мясорубка, между прочим. Я должна вам похвастаться. Она абсолютно, кстати, новая. Что написано-то? Аксион Риверс. Модель N31 на рублей 5, по-моему, на Озоне стоит. Наша мясорубка советского производства. Специально не покупали, просто оказалось, она есть. Все, она есть, и вот она такая замечательная. У нее, знаете, что прикол мне понравилось? Я первый раз такой видел. Вот, ну, по крайней мере, у нас дома не было мясорубки. Вот такая вот штука открывается, сюда наматывается провод, да, и он не болтается, ничего. У нас мясорубка была Redmond. Redmond, она стоила подороже, чем эта. Это пятерик, да, там, примерно, рублей 6 или 8 стоило. Там вот такой ерунды нету. Кстати, а могли бы взять вот... К примеру, отечественное производство. Это прям класс. Это как здесь закрыть-то? Вот, да? Вот так. Так вот закрывается. Очень даже клево. Ну, вот эта вот штука. А толкать сюда, я не знаю, где. Где-то эта толкать штука есть. Сейчас гляну. Извините. Нет там такой штуки. Еще смотрите, что есть. Тут такие прорези. Под вот эту вот железную штуку. У меня тоже на импортной мясорубке вот этого не было. Надо было натягивать. А здесь просто... Спокойно заходит, залезает. Нет этих толкушек в коробке. Не положили почему-то. Потому что вообще их в природе нет, не знаю. Но если нет, то, блин, так нахваливала. И на пустом месте такой облом. Поэтому будем пихать вот такой. Проталкивать, ну, мало ли, не зайдет. Да, по крайней мере, деревянная. Не вздумайте туда ножи пихать в электрические мясорубки. У меня мама уже запихала нож. Мясорубка сломала. Да, а из чего будем делать? Ой, тяжело как. У нас была шея. У нас было 6 свина, на шашлыки мы брали. В прошлый раз шашлык получился бомбический. Да, шашлык получился офигенный. Свиной шеи, покупной, вот, Мираторг, по-моему, да, было? Не хочу делать рекламу Мираторг, но, ребят, ну реально мясо было зачетное. Но кто-то писал, что шеи и будут хорошо. Шея, 2 луковицы, яичко и булка. Ну, батон. Я называю батон, просто что-то там в комментариях все чаще пишут булка-булка, я уже переметнулась на темную сторону названия булок. Батон, замоченный в молоке. Хотя так, сало я не кладу, во-первых, потому что я не люблю сало, а во-вторых, это шея. Здесь и так все. Нормально, кстати, просоленная. Ну, не сильно такое, слабосоленое. Но она уже готова была, перченая, слабосоленая. Где у нас досочка? Досочку надо купить деревянную. Я там все в магните присмотрела. Такими порционными кусочками, чтобы влезала в мясорубку. Ножи, кстати. Мага, привет. Мага, спасибо за ножи. Так, что тут у нас? Кусочки очень жирные. Я не понимаю, почему шашлык-то кусочный получился. Посмотрите, сколько жира в кусках. Да? Да. Ну, шея, что сказать. Действительно, шея самый вкусный шашлык. Я в этом убедилась. Вот эту не хочу. Соплю. Может, так разрезать еще поперек? Или не надо? Мне вот интересно вот что. А вот она такая вот с этими жилками-прожилками. Да? Красивый кусок. Да, я ем сырое мясо. Мы уже выяснили. Я ем сырое мясо. Я убиваю животных, я ловлю рыбу. Но я не топлю котят и не ем детей. Да, этим я не занимаюсь. Это прям фу. Это прям перебор. Есть детей и топить котят. Даже для такого браконьера, как я, это прям перебор. Шикарные кусочки, я считаю. Замечательные. Мне главное нравится, что у нас настроение хорошее. А завтра у меня в 10 часов суд, хотя... Это... Такой суд, блин. Все это понятно. Но настроение хорошее. Ой, я думала, что происходит. Сзади меня лампа. Я стыдно. Ну, что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Луковички так, чтобы влезли в мясорубку, да? Я... Да, блин, это... Вот столько сказала человеку, что у меня
проблема была с этими ножами. Я теперь боюсь за любого ножа дотронуться. Знаете, у него хобби, по-моему, такое. Ему когда нехер делать, он сидит, ножи точит. Ну вот. Что ты с ним сделаешь? Так, что? Запускаем соусом. Чтобы вам было видно, как она все перемолит, я... Да вот этот тазик был все. Нифига, она еще высокая, смотрите. Вот эта вот тема, она еще высокая. Под нее тазик можно большой ставить. Да, мясорубка-то для оптовой фарша Миша это, на рубалке. Запущу новый видеоролик, пока это все про это. Ну, вы посмотрите, как работает, и что с этого получилось. На ускоренной версии. Дружок. Жилы. Жилы из шеи мясорубка мясорубить не хочет. А мы сейчас, знаете, что сделаем? Мы поставим эту запчасть, где больше дырочек. Это проблема шеи. Но, однако, мы сейчас... Посмотрим с другой стороны. У меня тут была эта. Скажите мне. Во! Во! Вот эту хренотень мы поставим. А нифига! Зай, смотри! За! Тут видал? Тут еще вот такой дырки бывает. А такими что, вот, вот такими что мелить? Я не знаю. Кого делать такими? Вот такое сейчас поставим, и все будет норм. Она должна проталкивать. Я так считаю. Я так считаю. А мое мнение и неправильное все. Так что красный хочу. Что ты задумался? Ты будешь меня назад все собирать или нет? Угу. Включай. Чё? Выключай. А. Маленькие дырочки, вон их отверстия забило. Погнали. Не хуже отечественный производитель работает, чем все перемолол, чем этот, скажите мне, чем Redmond, чем импортный. Главное, чтобы дольше работало. Ой, такое мясо очень-очень сочное получится, очень сочные котлетки будут. Две луковицы тут у меня. Сейчас звонили друзья с Петрозаводска, у них там собака, пулька, у них большая семья. Двое, да, трое детей недавно, малыш еще один. Ну как недавно, уже это на горке катается, только в путь. Вот, и они на горке катаются, у них там собака Пулька. Она на снегокате вместе с детьми просто садится одна на снегокате. Одна едет или с детьми едет, короче, угарная собака. Они прислали, видели, видео прислали, поболтали по видеосвязи, будут приезжать в гости. И мы ходим в гости, они ходят в гости, в общем, клево. Мы к ним в Крым ездили пару лет назад, 3 года. Что-то это, да, смотрите. Может, еще булки? Или пусть постоит сейчас, ну, пока все это готовится, плита нагревается. Что, немного посолим, чуть-чуть буквально, само по себе. Уже было соленое мясо, оно в вакууме же. Немного посолим. Так, достаточно. Прям чуть-чуть поперчим. Одно яичко. Быстро танцы крутятся, да 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 Скорлупка чуть не это самое. Я не знаю, куда такую сейчас на Маланину свадьбу котлет раздела. Ай, пусть едят. Будут очень
сочные котлетки, потому что достаточно жидкое тесто получилось. Тесто. Фарш, смотрите. Мягкий. Угу. Со свиной шеей. Чтобы вот такой фигни не было, если вас это не устраивает, я попробую. Если меня сейчас не будут устраивать, я попробую манки насыпать, сходить до магазина. У меня просто... Нету манки, кончилось, надо идти в магазин. Так лень, я попробую без манки. Вообще, я бы досыпала сейчас манки, чтобы она впитала лишнюю влагу в себе. Панировочные сухари не хочу тебе засыпать, они хрустят на зубах. У меня мука. Муку немного подсолю. Тоже. Кто на панировке делает, кто на... Ой. Простите, пожалуйста. Кто на панировке делает, кто делает на сух... на этих... на манке тоже. Я люблю делать на муке. Я художник, я так вижу, как... Что открыто-то? А. Я художник, я так вижу. Я так хочу. В манке, кстати, я делала. Не понравилось. Ой, что-то у нас как-то вот так. Давайте. А, и так с этой стороны видно, с той стороны видно. Главное, лампу хочу, чтобы муку сыра было видно. Она мне очень нравится. Сейчас упадет еще. Так. Котлетосы мои. Было, конечно, кольца снять. Ну ладно, мы уже в кольцах до конца уже стоим. Наше мероприятие. Очень мягкий котлетос. Прям я уже муки ее обваливаю. Таких сочненьких, мягких котлет у меня вот еще не было. Сейчас будут разваливаться, я пойду в магазин за мукой. Потому что это, ну, не дело будет у нас, ничего не получится. Надо ставить вторую сковородку, я тут буду до пенсии на маленькой сковородке жарить, я так не хочу. Ребятам сейчас пожарю, главное, чтобы они поели легко слишком. Ребят, там уже мы все переиграли, во все, что только можно играть. Игрули. Ну, и еще одна. Третья, да? Да, по три штучки. Не, надо вторую сковородку доставать, так это слишком долго. Что? О, сочность какая! Так, тихо. Так, тихо, я сказала. На двух сковородках жарю сразу. Котлеты очень-очень-очень мягкие, очень сочные, очень мягкие. Ну, это шея. Это шея, да, здесь котлета не нуждается в этом, видно? Котлета не нуждается в каком-нибудь сале. Даже лука я многовато положила, но тем не менее, какой антураж, да? Ну, чуть-чуть исправлю только, исправлю, придумаю что-нибудь. Может, занавески повешу, да яйца лежали уже. Вкусно? Вкусно, мягко, сочно. Да блин, живая еще. Фокусируйся. Очень сочная. Мягкая, сочная котлета. Не буду добавлять манку. Так, съедим. Угу. Короче, пирожку и мукбанг. Еще партейка. Простите за сковородку. Она это... местная. Ой-ой-ой, живые котлеты. Ну, котлеты это... нормально. Держат форму. Все хорошо. Котлет будет еще целая куча, еще тут ты, еще тут фарш. Пацаны кушают. Вот такие красотки, да? Очень мягкие, очень сочные.